Вот эта игрушка вот именно акула, потому что у нас вот фамилия Акуловы. Каждая игрушка на новогодней елке Ольги, как и эта, имеет свою историю и значение. Две собаки, петухи, свинки, лось с лосихой и, конечно, символы года – мыши. Всего их в коллекции 156. Все елочные украшения стеклянные, но с интересными деталями. Шарф из настоящей пряжи, шляпа из флиса. На фигурке молодоженов у невесты фата из тюля. Эту игрушку коллекционер купила в день своей свадьбы. Муж Ольги – художник. Часть украшений посвящена его профессии. Кстати, эти игрушки самые дорогие. Стоимость одной доходит до 5000 рублей. Евгений терпению жены даже завидует. Она подходит к этому очень творчески, очень осознанно. Это не просто взял игрушки, раскидал по елке и все. Это прям целый процесс, это осознанно, это все. Единственный момент, что когда она этим занимается, а это не один час, ну то есть нарядить эту елку, а потом возникают иногда такие: «А, там болит, там болит». В этом году Ольга наряжала новогоднюю красавицу больше 12 часов. Когда места на одной елке стало мало, было решено купить вторую. На рождественской елке разместили игрушки с изображением библейских сюжетов и храмы. На светской – символы года и дорогие сердцу сувениры из путешествий. Сосульки. Тоже с рождественской тематикой, потому что на них изображены вифлеемские звезды. Угу. Тоже одни, вот они парные. Хранятся праздничные сокровища аккуратно и системно. Коробочки складываются одна в другую по стилям и темам. Все подписано. Елки мне приносили удовольствие с самого моего детства. То есть родители ставили большую елку, всегда она была до потолка. То есть все мое детство елки, ну правда тогда они были натуральные. Отец покупал, мы с мамой наряжали. Вот, и поэтому образ вот этой вот елки из детства, который именно под потолок, вся в игрушках, вся сверкает. Нарядить живую елку теперь не получается. Ветки не выдерживают тяжести разукрашенного стекла. Поэтому Акуловы ставят искусственную, со специальными упругими ветками. Еще 4 новые игрушки торопятся успеть к Новому году. Их в подарок отправил брат из Петербурга.